Мы приехали в село Верхняя Якушка, или старое название Калмыцкая Сахча. Само название уже говорит о том, что в селе когда-то жили калмыки. Их сюда переселил руководитель Оренбургской экспедиции Василий Татищев из Оренбургских степей в 1737 году. Но калмыки здесь долго не прожили и вскоре уехали обратно к себе на родину. Но лица некоторых жителей села очень похожи на калмыцкие. Возможно, это потомки тех калмыков, которые не уехали обратно. Встретились с главой администрации села, поговорили о истории поселения. Зашли в школу, директор которой показал новое здание школы и школьный музей. Местные речки, большой аврай упаковали в две трубы. Тихой, размеренной жизнью живет село Верхняя Якушка.